Здравствуйте, товарищи, с вами Сет, и мы продолжаем проходить Fallout New Vegas. Наша спутница по-прежнему с нами, и тут что-то происходит нехорошее. У него пистолет. И у меня есть пистолет. И она вся в крови. Ну она доктор, это нормально, что она в крови. Наемники. Что скажешь? Что за хмыри? Меня ранили. На, 50 крышек. А ты чё хочешь? Что? Она меня подставила? Нет. Я думал, она мне хлороформа дала и меня изнасиловали. Да? Да не, нормально вроде вылечила. Она тебе не заплатила за что? Это твой телохранитель, типа? А, ладно, насрать. Мне надо гулем. Большой гуль нужен. Так. А почему у меня минус на ловкость? А, броня, помню. А на выносливость? Так, поздравляем, Ива обучила вас навыку очарования торговцев. Увеличен на 30. Ну, блин, нифигово так-то. Где она? Эй, Ива. Эй. Хорошо. Пойдем. Я думал, там просто домогаются до доктора, она вся в крови. Но, видать, это чисто охранники. Светящийся гуль. Давайте уйдем от него. Это не твой друг, но он не в шляпе и не в плаще. Вроде бы. Так. Карта мира. Ну, вроде нам по дороге. Hold up, Rocketeers. Как думаешь, на нас здесь нападут? По-моему, да. Ой, это выглядит как застава. Ты чё? Ой, фу, ты напугал. О, это торс называется? Да? Прикольный торс. Напугало меня. У меня, кстати, патроны кончаются. О, у гули есть крышка. Но это дикие гули. Они, наверное, плохие. А ты неплохо из своей винтовки стреляешь, я тебе скажу. Плюшевая мишка, пачка сигарет. Там еще гули. Попробую критануть. Да, не получилось у меня критануть. Она замочила, как обычно. Правая нога повреждена. Ну все, добивай его. Пока он... Хорошо иметь снайпера в напарниках. Это что такое? Куча золы. О, Радикс. Это хорошо. О, блин. Похоже на... На гуля. В плаще. Ряса последователя Брайта. Но его не я убил. И даже не она. Прикольно. О, стимулятор. О.
Во, это хорошо. Мне нравится. Противопехотная мина. Стоимость. Вы видите ее стоимость? 300 было написано. Это клево. Изолента, ключ, молоток. Ящик с боеприпасами пустой. Проводник. Ну, стоимость 30, в принципе, нормально. Это что, батарейки? Энергетические батарейки. Так. Сейчас. Секунду. Итак. Нет. Нет. О, какой я молодец. Гранаты тоже дорогие. Так. Патроны. Заколка, стимулятор, отлично. Металлолом, банки, ну вроде все. Соглашение с мистером Уильямсом. И что это у нас? Офигеть, это что, то, что ей можно принести? Мне нужен костер, я могу разжечь его для вас в любое время. Ночной снайпер. Бун, окей. Дневник Томаса. Похоже, наконец-то я начал меняться к лучшему. Я получил неплохой навар, сдав кучу безделец в каком-то городишке. И теперь путешествую не один. У меня появилась спутница, ее зовут Джеклин. И она весьма симпатичная. Я не собираюсь загадывать вперед, но дело идет на лад. Да. Гостеприимство ханов. Соглашение с мистером Уильямсом. Ты решил продолжать преследовать Майкла Джефферсона, куля, убившего двух моих сыновей. Иди в Неваду. Поймай его, приведи. Если ты доставишь его живым, я дам тебе $1000 НКР. Но если он погибнет, неважно, от чьей руки, и ты принесешь мне его голову, я заплачу 500. Ты ни в каком-либо другом ты ничего не получишь. Бла-бла-бла. Бла-бла, Джон Уильямс. Окей. Я ничего не понял все равно. Что мне... О, что это? Тень? Чё за тень? Ладно, мы туда не пойдем. О, блин. Кажется, здесь не очень гостеприимно. Куча гулей. Готовься, чё? Чё сказать? У меня патроны скоро кончатся. Так, ну это явно плохие. Ведь явно плохие. Ну подождем, пока они пойдут на нас. Пошли. У него аж глазница вылетела. Так, испытательный полигон, окей. Есть смысл обыскивать кули? У них по 5 крышек. Мне что-то лень их постоянно. Так, ну что ж. Это мертвый гуль. О, к магнуму. И 5.56 это к тому клевому. Блин, они, наверное, тяжелые, не хочу их брать. К тому клевому пистолету, который он самый. А, чувак, ты застрял. Бедный. О, похоже, это
Нет, оказалось. Все, что? Все, нас не видят. Я так понимаю, гули убивают друг друга. Турбо. Потому что... Ну, вот это гули. Это же гули? Это гули. И это гули. И они убивают друг друга. Что очень плохо, на самом деле, для выживания. Так, какие-то патроны. Один патрон, офигенно. Чё у нас тут? Мачете. Какой-то он маленький для мачете. Коровья голова. Ну или не коровья, а что-то типа того. Я так понимаю, нам в здании. Да? Нам ведь в здании? Да, нам в здании. No. Фу, ты напугала вообще. Да я вижу, у тебя бегуди. Высокого гуля. He comes by every day to see me. But I like to think he's looking for me. I have such a crush. I told him that Jefferson had gone out. We assume. No, I don't know why he keeps. I really don't know. Some... I do. До 3-4 часов. That camp by the gate. There's a bed. I'm tired of Jason. But I... Yes. Как тебя зовут? Джессика. Ты страшная. Ну это парик, я так понимаю. Гули, они же лысые. Но блин, ты страшная. Ладно. У него у входа есть кровать. Ну, блин. Но его нету. Нам, наверное, надо подождать его, да? Давай посмотрим, что нам скажет задание. Давай полетаем. Нет, я не хочу давай полетаем. Я хочу нравится, не нравится. Попробуем подождать до 3 часов. Так, сейчас 5 вечера. А он приходит в 3 ночи или в 3 дня? Что-то я не уточнил. Ну-ка. Да, уже не уточним, походу. Он сказал, у него у входа кровать. Ну вот, я вижу кровать у входа. Да, это парик. Это его кровать. Тут написано, чья кровать? Не написано, чья кровать. Ну хорошо, пойдем внутрь. Может, получится его найти. Почему я издаю эти звуки? Это странно. Ну, я так понимаю, тут сейчас будут дружелюбные гули, они хотят куда-то улететь. Ну, если я могу с ними говорить о Джессике. Кто ты? Гладкокожик. В восточной части. Так, восток это справа. Ну. Охренеть, она с одного выстрела их выносит. А я с двух. Напугал! Да вы шутите вообще? Зачем так пугать-то? А тебе, видать, пофигу. У меня 10 патронов осталось всего.
Но это средний уровень сложности, так что я чист. Я не виноват, что они так быстро дохнут. Так, восточная часть здания. Это было... Опасно это было. Надо под ноги смотреть. Детоксин. А зачем гулям детоксин? Разве на них действует зависимость какая-то? Так, а здесь уже мертвые гули, значит, кто-то их убил. Чипсы, атомный коктейль. Блин, такая стрёмная музыка и такое стрёмное место. Так, восточная часть здания. Но я ведь и сейчас нахожусь в восточной части здания. Подождите, карта мира показывает, что мне надо в Новак. Но, блин. Похоже, вот Рэпкан подвал. Я про... Где? Кончайте меня пугать, вылези, и я тебя убью просто. Вот сволочи пугают меня. Вот ты где. Вышел, что ли? Он вышел. Стимулятор и кашет, грязная вода. Хорошо. Тьфу ты. А, он, похоже, нас оббежал. Ого, сколько вас тут. Так, патронов нет. Оружие. Ой. Из чего вы мне стрелять? Винтовка крохоя, давайте. О, я, похоже, ее ранил. Нет? Так, я уже был, короче, в нужном месте, но что-то убежал из-за гулей. Вот сюда мне надо. Где тут лестница? Я не вижу. В подвал. Дерьмо, ненавижу темные помещения. Она здесь? Она прямо подо мной. Ну что ж, кажется, это не здесь. Я не вижу лестницу в подвал. Вы видите лестницу в подвал? Я нет. Черт. Наверное,
Все-таки надо вниз как-то спуститься. А, вот. Лестница в подвал. И это явно не она. Да, у меня нет навыка 25. Черт. Я даже самые простые замки не могу сламывать. Да что такое? Какого черта все закрыто? Блок сигарет дорогой. Кожаный ремень. Не знаю, дорогой. Ну, давай вниз. Напугал меня самогонный аппарат. Ну что, что, что? Куда мы? Куда идти-то? Чистящее средство. Черт, я отсюда пришел. Вот дерьмо. На втором этаже я не был. Или был? Был. Да убери ты уже эту винтовку раз и навсегда. Это туалет, это не лестница в подвал. Черт! Или я сильно жестко туплю, или здесь в натуре хер поймешь, куда идти. Ну вряд ли лестница в подвал на втором этаже. Ну где выход? Ну, поешь. Кто тебе мешает есть-то, а? Вот. Подвал. Зачем мне вскрывать? Слышь, он же мне сказал идти сюда. Да, он сказал мне идти сюда. Открывай дверь, мудила. Чё, пока у меня не будет взлома замка 25, я не смогу сюда пройти? Сволочи. У меня есть... Замочный мастер. Черт, сейчас сломается. Ай, твою мать. Да чтоб тебя. Да ёб твою мать. Это называется простой. Наконец-то. Падло. Не сказал, что надо, блин. А если бы у меня не было навыка взлома 25? Ну ладно, в общем. Продолжим мы в следующем летсплее. А пока, если вам понравилось это видео, или может быть какое-то другое видео на канале, то логично будет подписаться на него. Можете оставить комментарий, поставить лайк, например. Вступить в группу ВКонтакте, ссылка внизу. А пока, с вами был Сет. До свидания.